Здравствуйте. Мы вновь бродим по эпизоду в Китае в Сириусом 2. И здесь нам нужно взять вот эту вот монетку. Но сначала мы возьмем здоровье. Просто потому что оно нам нужно. И уже пойдем брать эту самую монету. Ее нам нужно положить вот в такой вот в такую светящуюся будку. Однако, как только мы попытаемся этим заняться, будет происходить вот это. Да, взвод Хоттабычей будет изображать из себя Space Invaders. В толпу гранату закинуть. Отлично. Пока я от них бегал, я закинул монетку случайно, но ничего страшного. Далее снова будет несколько Хоттабычей. Местные жители подкидывают здоровье с броней. Очень мило. Отлично. Следующую монетку не так уж далеко и нести придется. Но с ней будет проблем побольше. Потому что клоуны. И да, я хочу забрать это здоровье. Они гораздо крепче, чем камикадзе, и с полточка не взрываются. Поэтому их лучше держать на расстоянии. На заднем фоне еще два красных чувака, ракетчиков, меня пытаются атаковать. На них не обращаем внимания, потому что, во-первых, клоуны опасны, а во-вторых, их ракеты нам могут помочь, чтобы справиться с этими клоунами. Их здесь довольно много. Теперь можно заняться вот этим чуваком хотя бы. Потом происходит вот это. Сейчас еще должно быть. Да. Просто гранату в толпу. Это решит проблему. Так. Избавимся от этого чувака. Он нам помог пару раз. Но, тем не менее, он должен уйти с остальными. Кидаем монетку сюда. Появляется следующая, а также патроны и запасная аптечка. Что неплохо.
пить. Так, ну ладно. Запасной аптечки у нас больше нет. Заберем же монетку. И вот эти щиточки тоже. Потому что сейчас будет довольно много шариков. Всеми любимых. Итак. Граната и двустволка решают проблему, как правило. Если недостаточно... Ой-ой-ой. А я забыл, что они сзади еще катаются. Будет неудобно. Что ты? Я, честно говоря, не обдумывал, как я буду с ними справляться. Ой-ой-ой. Да, проблема еще в том, что здесь площадь довольно богато обставлена, и есть шанс за что-нибудь зацепиться, пока уходишь от шаров. Упс. Так, кажется, это конец. Самое время сконцентрироваться, по-моему. Но мы выжили. Окей. Интересно, что из этого получится. Может, следующая секция тоже требует здоровья. Мне нравится этот уровень, он симпатичный. Здесь, кстати, еще враг прячется. А вот здесь просто монетка, если нужно. Итак. Слава богу, здесь за углом есть наш секрет, который скрыт за этой надписью. Это сердце. Я немножко поправить положение, хотя обычно я его оставляю на всякий случай. Если бой здесь пойдет не так, как планировалось. А он обычно именно так и происходит. Потому что здесь вот танкисты появляются. Иногда клоуны. И много-много зомби. Зомби-ниндзя, разумеется. Пока, в принципе, неплохо. Жаль, что гранат нет. Слишком много гранат пришлось запустить в шары. Но я думаю, мы справимся. Этот бой не так плох. Ой-ой-ой. Ребята еще с фланга умеют обходить. Вот этим домиком. Как мы всегда ожидаем. А что ты? Так, теперь надо с ракетчиком разобраться. Либо мы зайдем вот отсюда. Гранаты. В следующей зоне они точно пригодятся. Аккуратненько его снимем. В принципе, состояние здоровья удовлетворительное. Итак,
Мы убиваем вот этого чувака. Двигаем в эту аллею, убиваем вот этого танкиста. Разрушаем здесь ящики. Они уже сломаны, к счастью. Забираем суперущерб. Берем УЗИ и просто выносим все живое. Да что ты? Любят они с флангов обходить. Окей. Думаю, туда можно гранату кинуть. Так, ну и пока. Хотя я не успею, наверное, но я все равно хочу туда сходить. Вот. При поднятии на эту стену здесь появляются два танка, один спереди, другой сзади. Ой-ой-ой. Я много урона здесь получил. Ну ладно. Ничего не попишешь. В этих коробочках тоже зомби прячутся. Опять же, я не пытаюсь в Serious Sam 2 все убийства прям получить, но... Скажем так, максимум, который я знаю, который смог найти. Просто потому, что здесь нет конечной цели и... А значит, париться незачем. Вон тут гранаты где-то лежали. А, этот чувак кидает. Отлично. Так, вот сейчас здесь будет... Опять же, армия этих ниндзя. Отстреливать их лучше оттуда, отсюда, потому что на той стене появится ракетчик. Мы сначала разберемся с зомбями, а потом займемся тем красным чуваком. Вот так вот аккуратненько. Может, как враг он, конечно, смешон, но если его ракета попадет, то это очень больно. Так что его следует уважать чуть-чуть. В этой вазе, по-моему... Да, в этой вазе тоже прячется ниндзя. Но то он и ниндзя. Ну, вот эта арена, конечно, может составить проблемы. Если не делать следующим образом, а именно мы избавляемся от первых клоунов. Хватаем суперущерб. Стреливаем хатамычей и поднимаемся на стену. На стене он встретит два ракетчика. Убиваем их. Тут еще вещи как зомби будут, которые там позади взорвались. И отсюда мы уже будем отстреливать хатабычей. Также всех остальных. И на это есть причина. Потому что пока что бой, который здесь происходит, он... Не настолько сложный, но решабельный. Ну, буквально через несколько мгновений. Так, тут как-то стоять можно было, чтобы... Да что такое? Как-то так, по-моему, надо, да? Да. Вот прям вот за вот этой вот... за вот этим кулушком. Чтобы снаряды зомби не попадали. И потихоньку отстреливаем этих ребят отсюда, потому что спускаться уже поздно и опасно. И если бы весь этот бой проходил вот так, это было бы окей, решабельно. Но я думаю, это скоро уже случится. Да. Вот, просто посмотрите на это.
Я повторю, клоуны с полточка не умирают. И арена здесь слишком... не самая большая, чтобы от них прятаться. И добегают они быстро. Ну как добегают, докатываются. И это в большинстве случаев заканчивается смертью. Надо, наверное, их как-то побыстрее убивать, потому что это становится опасным. Я не говорю, что это невозможно, это решабельно, но... я на уровне уже, наверное, минут 20. Или 15, не знаю. И мне не хочется их просто так терять из-за... не знаю, из-за показушности. Я просто хочу закончить уровень. Итак. Как только в центре появляется вот это здоровье, мы сразу отходим, попутно отстреливаясь. Просто потому, что на верхах по периметру появятся ракетчики. И мы пока что потусуемся здесь, отстреляем ниндзя, которые будут убегать, их благо немного. И еще одного слушаем. Да. Ты можешь заняться этими ребятами аккуратненько. Да, я про этого забыл тоже. Но его, кстати, можно снять буквально вот так, накидывая ему артиллерийский гранат. Так, и также надо... а, стоп, я чуть не забыл про вот этого. И вот здесь, на нашей стене, последний. Ну и, в принципе, это все. Да? У нас остался один секрет. И он прямо вот здесь. Для того, чтобы его получить, нужно просто подойти и поздороваться вот с этим цыпленком ниндзя. Не знаю, про что это, но забавно. Ну и... да? Это выход. На этом уровень закончен. Это было весело, должен сказать. Да и сам уровень красивый. Мне нравится, как он выполнен визуально. Бои здесь могут доставить проблемы на самом-то деле. Особенно если не знаешь, что делаешь. Вот, но в целом все решабельно. И да, вот. Финальный бой пришлось сделать немножко так, просто потому что, ну, опять же, это возможно сделать. Вот выжить при всей вот этой вот лоунаде, мягко говоря. Но это рискованно. И это хорошо, когда ты проходишь игру как нормальный человек, сохраняясь, пользуясь там дополнительными жизнями или прочим чем-то. Но я прохожу все одним сегментом бессмертия и... просто так, ради показухи, все вот это вот время, довольно быстро его прошел. Тем не менее, вот 18 минут, терять не хочется, они мне не лишние. Вот, но, тем не менее, уровень классный. В следующий раз будет следующий уровень, соответственно, как ни странно. Поэтому... да, на этом с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и всего доброго.